стали 7-й компанией в мире, которая освоила эту технологию производства сотовых уплотнений. 7-й? 7-й, да. Раньше в России их не делали. Угу. А для чего они нужны? Когда авиационный двигатель запускается, происходит расширение металла, и лопаточки, которые есть в двигателе, пролезают здесь бороздки. За счет того, что лопаточка идет в соте, не происходит перетока газа, то есть повышается КПД двигателя на 2-3%. У нас все в порядке, это работают у нас в основном химчане. Всего на площадке около 400 человек. Предприятие достаточно высокотехнологичное, поэтому много-много нам народу не надо. Если говорить о этом производстве, оно тяжелое производство. Конечно, здесь нужна и помощь государства, и помощь региона. Нужны соответствующие организации, которые работают в этом направлении.